Всем привет! Гара руфа – это рыбка из семейства карповых, которая обитает в реках и горячих источниках Турции. Сейчас этих рыбок больше знают по процедурам в спа-салонах, где они используются для пилинга пациентов, страдающих таким заболеванием, как псориаз. За эти свойства ее даже называют рыбка-доктор, однако полностью псориаз они не вылечивают, так как на данный момент это заболевание неизлечимо, однако существенно облегчают протекание болезни. Уход и содержание. В аквариуме эти рыбки не очень распространены, видимо, из-за специфических требований к температуре и неприметного внешнего вида. Это небольшая рыбка, средний размер которой 7 см, но может быть и больше, до 12 см. В природе они живут в термальных источниках и реках с теплой водой, около 30 градусов и кислотностью 7. Впрочем, в аквариуме неплохо переносят температуру ниже, и другие параметры воды. Продолжительности ее жизни до 5 лет. Лучше воссоздать условия, напоминающие реку с быстрым течением. Это крупные округлые камни, мелкий гравий между ними, коряги или ветки и неприхотливые аквариумные растения. Самое важное, вода должна быть очень чистой и содержать большое количество кислорода, а яркое освещение поможет развиваться водорослям и пленке на камнях и декоре. Кстати, аквариум нужно накрывать, так как рыбки буквально ползают по стеклу и могут сбежать и погибнуть. Кроме относительно высокой температуры и чистой воды, особых требований к содержанию гара руфа не представляет. Кормление. Хотя в природе едят преимущественно водоросли, растительноядными не являются. Но в аквариуме едят замороженных и живых червей, трубочник, мотыль, артемию и искусственные корма. Свежие овощи и фрукты также с удовольствием поедаются, например, огурец, кабачок и шпинат. Совместимость. Эти рыбки достаточно агрессивные, лучше не содержать их с другими видами. В небольших аквариумах могут устраивать драки друг с другом. Рекомендуется содержать стаей. Она развивает свою иерархию, количество драк уменьшается, а другие рыбки оставляются в покое. Всем спасибо за просмотр.